Всем привет! Сейчас покажу очень интересный эксперимент с лампочкой. Для начала зайдем в дом. Так, берем ключ. И кидаем его. Так, ну вот сюда. Берем замочек, кидаем на машину. Дальше стул возьмем. Так, со стула нужно взять лампочку. Так, взяли. Так, все верно. Открываю ящик. Надо поставить лампочку на самый край, вот так. На самый край полки. Ну, это наш первый эксперимент будет с лампочкой. Дальше можно нажать кнопку 7, чтобы сохраниться. И дальше кнопку 8, чтобы загрузиться. Все, игра загрузилась, то есть загружается. Сейчас проверим, что стало с нашей лампочкой. Будет ли она греть в фонарном столбе или у нас останется в комнате. Проверяем. Ну, уже вижу, что в столбе ее нет. Вот видите, уже ничего не горит. Хотя она горит всегда, даже днем. Так, замок наш здесь, потому что мы сохранялись. Ключик здесь. Открываем, ключ выбрасываем. Он уже не нужен. Ну, как не нужен? Сейчас не нужен. Выключаю свет. Видите, уже свет из-под двери. Вот. Что получилось? Наша лампочка горит на воздухе. Вот. Все освещает. Так, теперь будем экспериментировать дальше. Подкидываем ее на уровень потолка и нажимаем семерку очень быстро. Семерку, все, хоть она и упала, то скорее всего загрузилась вот здесь, загрузится. Загружаем игру. Сейчас будем тестировать в разных местах лампочку. Дальше кинем, допустим, в ведро, повыше в небо заброшу. Вон, видите, она уже в окне горит в моем доме. Ладно. То есть получается, что я сохранился, когда лампочка была. Так, берем ключ стандартный, я что-то забыл его взять. Ой, убежал. У нас же тут все удобно, замок всегда рядом. Вот лампочка, получается, зависла здесь, я ее могу насквозь проходить. Сейчас посмотрим, как она с улицы смотрится. Так. Дальше берем ее на улицу. Там где-нибудь кинем. Так, у меня ключ-то где? Так, ключ на месте. Ну, вот, допустим. Допустим, вверх, высоко. И семерку жмем резко. Сейчас восьмерочку. Сейчас даже, может быть, на ролике будет видно, что лампочка зависла в небе. Сейчас внимательно смотрите ролик. Так. Вон она горит. Справа вверху. Примерно на уровне дома. Вот оно. Как второе солнце. Или луна. Так, возьмем ведро, проверим, как она там поживает. Ой,
куда-то улетел. Нам надо подлететь к ней поближе. Вот она, лампочка. Могу взять, наверное, о, взял. Ведро выкидываем. А, ну как, можно попробовать в ведро ее положить. Семерочку нажимаем, сохраняемся, 8. Интересно, будет ли она в ведре лежать. Можно попробовать даже ее кинуть в стекло. А, ну вон я уже вижу ведро, вы увидите вон в ролике. А, вон машина подъезжает. Класс. О, как ярко. А если ведро взять, ну это риск. Лампочка может исчезнуть. Ладно, это потом сделаем. Кину в стекло и сохранюсь. В момент разбивания стекла. Сейчас интересно, что получится. У дома соседа, он, вон она горит, в ролике уже видно. Освещает пол дома. Еще, кстати, прикольно придумал. Так, ну, при недолете небольшом я сохранился. Ну, уже хорошо. Дом неплохо освещается. Вот здесь сохранюсь. Прямо объявление. Вот так. Будет ли гореть? Прямо у столба. Можно добиться полной ночи. Сейчас тоже покажу. А вон, видите, горит. Прямо объявление. Ничего не прочитаешь внизу. Так. Подкинем высоко. И дождемся ночи. То есть я сейчас буду ложиться спать, ну то есть в игре, и будем ждать ночи. В доме соседа, может быть, не получится такое сделать, но попробовать можно. Так, ну вот она горит. Где наш ключ? Нажимаем, кидаем сюда же. А, понятно. Надо включить электричество. Так, ну вот сразу же ночь получилась. Выключаем свет. Вот наша лампочка, как мини-планета. Вот так, если посмотреть, то как будто бы луна на небе горит. Так, а еще где луна? Так. Ну-ка. А ведро кинуть на нее? О! Она ударяется. Вы видели? То есть, получается, можно на ведре подлететь и попробовать кинуть одно ведро на лампочку. Нет, не получилось. Все резко как днем стало. Так, возьмем это ведро. Все-таки надо попробовать.
Жмем на пробел. Нам надо находиться выше лампочки. И потом кинуть на нее ведро. Да уж. Ничего не получается. Интересно. Хочется, чтобы ведро накрыло лампочку. Ой. Не, видимо, это почти невозможно. Совсем забыл, что лампочку-то мне и не достать. О. Так. Лампочку уже не вижу. Вот, похоже. Так, фонарик тоже можно прикольно выбросить. Вот так. Так, что он... А что нам попробовать еще с ней? Ну, разве что сохранится в доме соседа. Но мне кажется, уже не получится тогда. Не, ну давайте еще в машину не запихнуть ее. Как будто бы фара машины. Сейчас попробуем. Как будто бы у машины одна фара горит. Только эта фара будет немножко выше настоящей фары. О, уже горит. Ну, неплохо освещает. Да можно и одной такой освещать дорогу. Ну, как ярко. Так. Давайте в доме соседа попробуем сохраниться. То есть не в доме соседа. Он не сохранится в доме, сохранится просто. Цифру 7 нажать. Да уж. Лампочку потерял. Ладно, еще раз пробуем. Сейчас попробуем еще раз в дом соседа. Но, видимо, лампочка будет уже в фонаре висеть. Точно в фонаре. Так. Забираем ее. Ой, как она меня поймала-то. Я же вроде бы перепрыгнул. Ладно, хотя бы здесь даже поставить ее и убежать. Жмем семерку, дальше восьмерку. Так, сейчас надо в ролике смотреть на фонаре, будет ли она гореть в фонаре. А вон она в фонаре горит. Видимо, у дома соседа не получится. Какая-то есть запретная зона. Так, ну, со стула очень легко доставать. Так, ну давайте в ведре сохраним ее и потом ведро. Ведро заберем. Так, ключ. Сохраняюсь. Сейчас она будет гореть в ведре. Я, получается, ведро заберу. Будет ли она в ведре оставаться? То есть
Будет ли она висеть на воздухе или исчезнет? Посмотрим. Так, ну вот она у нас горит. Сейчас попробую взять ведро. Ха. Осталось на траве стоять. Так, что с ней? В бинокль посмотрим. Так, ну ладно. Вроде бы поэкспериментировали. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.